Елена Герун в конкурсе «Город Сочи». Его горожане участвуют со своей любимой песней о родном Сочи. Стихи и музыку к этой композиции она написала давно и отложила, что называется, в долгий ящик. Ну, когда вот объявили начало этого конкурса, я посчитала, ну, это что, это просто шанс для того, чтобы эти стихи зазвучали. Я очень хотела выразить свои чувства к нашему совершенно обласканному самим Богом городу. В этот город невозможно не влюбиться, особенно когда ты творческий человек, и тебе нужна постоянно какая-то подпитка эмоциональная, звуковая, цветовая. Если кто-то услышит, кому-то поднимет настроение моя песня, кто-то, может, что-то запомнит, какая-то, может быть, метафора запомнится. Но для автора, это, знаете, как вот родитель, когда видит, что с его ребенком все нормально, что его тоже принимает мир. Главный подарок участникам песенного конкурса – это участие в гала-концерте, посвященном Дню города, а еще диск, который будет выпущен по итогам вокальных состязаний. В сборник войдут лучшие песни о Сочи. Для участников конкурса авторской фотографии «Любимый город» организаторы в этом году расширили круг тем. Сюжетом творческой композиции могут стать не только море, горы, но и архитектурные сооружения. Принимаются и фотографии с различных культурных и спортивных мероприятий, прошедших на курорте. В центре внимания может быть и известный сочинец, посвятивший свою жизнь родному городу. Лучшие авторские работы будут приняты в Фонд музея истории города-курорта. Олег Комиссаров, победитель прошлогоднего конкурса в номинации «Любитель», решил попытать удачу и в этом году. Архитектор по профессии, очень уж хочется поделиться своим взглядом на Сочи. В этот раз на конкурсе будет старая архитектура города Сочи, недавно прошедшая регата, ну и наверное, пока этим и ограничимся. Участвую ради участия. Любой город, любой населенный пункт достоин, чтобы его снимали, тем более это город Сочи. Поэтический конкурс проходит в двух номинациях – авторское поэтическое произведение о Сочи и художественное чтение поэтического произведения о Сочи. Лучшие, по мнению компетентного жюри стихи, будут опубликованы в сборнике стихов о курорте и войдут в копилку культурного наследия города. Мы ждем новые имена. Мы хотим знать о наших сочинцах, об их профессии, об их судьбах. Срок у нас последней заявки – это 1 ноября. Поэтому, пожалуйста, присылайте. И мы будем ждать. Благодарим всех, кто уже подал заявки. И хочу сказать, что мы, организаторы, сделаем все, чтобы у сочинцев было хорошее настроение. Не только в День города, но и каждый день. Главные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 21 ноября. Ну а итоговый концерт участников конкурса «Город Сочи и его горожане» состоится 19 ноября в зале органа и камерной музыки. К слову, вся информация о конкурсе на сайте Управления культуры администрации города Сочи. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.